Слет работающей молодежи Нижнего Новгорода прошел в Городецком районе. Напомню, в этом году Нижний Новгород объявлен молодежной столицей России. В слете приняли участие 19 молодежных команд из разных предприятий города. Стало доброй традицией устраивать слет рабочей молодежи не в Нижнем Новгороде. Рабочая молодежь Нижнего Новгорода собирается за городом. Это тоже прекрасно, потому что у вас здесь есть возможность в непринужденной обстановке отдохнуть, пообщаться, поделиться какими-то мнениями. По прошлому году, помню, выступления были замечательные, кучу эмоций и энергии подарили. Большое спасибо Юрию Владимировичу за эту поддержанную инициативу. Поскольку сейчас я имею возможность видеть чуть больше, чем Нижегородская область, Нижний Новгород. Ну да. То я могу сказать, что такой активной работающей молодежи я вообще, говоря, нигде не видела. Отбора как такового нет, то есть может принять любая организация участие, достаточно подать заявку. А слеты проводятся с целью укрепления молодежных связей. Студентам интересно, они идут посмотреть, что же из себя представляет их будущее рабочее место. И опять же у них появляется возможность выбора, сравнить одну организацию с другой, посмотреть, где им больше нравится. Второй раз проводим именно летние, мы и зимние проводим. Основная программа не только развлекательная, тема «Однажды в молодежной столице». У нас есть и спортивная часть, и тимбилдинг на команду образования, и образовательная программа будет, ребята могут поработать над проектами. И спортивная утром, конечно, это зарядка. Вот. Ну и какой слет без посиделок у костра, у вечерних под гитару.